Самое массовое и самое увлекательное движение КВН вновь объединило молодежь Славянского района и не только. Какие команды встретились на этот раз в городском доме культуры, узнаете в репортаже моих коллег. За звание победителя юношеской лиги КВН боролись три команды. 16+ из станицы Анастасиевской, случайные люди филиала Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани и команда «Пятница», приехавшая к нам из Геленджика. Прекрасное настроение и позитивные эмоции в этот вечер зрителям были обеспечены. Игра состояла из трех конкурсов – традиционного приветствия, фоторазминки и всеми любимого стема, где всего три участника из команды показывали небольшую сценку, основанную на житейской истории. Если к первому конкурсу команды могли основательно подготовиться, то в фоторазминке все зависело от смекалки и неординарности участников. Со сцены ребята блистали юмором и искрометными шутками. Давай я увезу тебя подушек к морю. Активные болельщики, смеющиеся зрители. Вот такая положительно заряженная атмосфера царила в зале. Все участники действительно достойны звания КВНщиков. Игра прошла очень интересно, и время пролетело незаметно. Участники команд получили заслуженные дипломы. Под аплодисменты зала диплом за третье место вышла получать самая юная команда конкурса «16+». Второе место досталось команде из Геленджика «Пятница». Под бурные овации за кубком финалиста на сцену вышла команда победителей. Так получилось 2 балла, несмотря на то, что оценки за оценки 4,1 у вас, ребята, но в целом вот получилось 12,7 балла. Несмотря на дух соперничества, финалисты принимали искренние поздравления с победой. Ведь главная цель ребят – не столько победить, сколько получить удовольствие от игры. Я какое-то время уже занимался КВНом, мне всегда нравилось, вот всегда интересно. Вот какой-то заряд энергии получаешь. Вот можешь долгое время жить просто на позитиве после первой игры даже. И вот мы вот шли к этому долго. Получили этот кубок, так рады. Отличная игра в лучших традициях КВН – это не только способ развлечения, но и одна из популярных форм досуга славянской молодежи. Для некоторых КВН является смыслом всей жизни, занятием всей жизни. Для этих ребят, которые сегодня участвовали в финале, КВН, может быть, это первая ступенька в их творческой жизни. Может быть, это первая ступенечка в их профессиональной жизни. Но, тем не менее, КВН славянский на Кубани всегда жил, и я надеюсь, что он будет жить. Меняются поколения. Ушли старики, пришли новички. Мы стараемся всячески поддерживать. Я всю молодежь славянского района призываю найти в себе силы, если есть желание, заниматься этим делом, заниматься КВНом, веселиться в свое удовольствие, в удовольствие зрителям. Заниматься нужным, полезным, интересным делом. КВН сегодня – это искусство со своими правилами и законами. И только истинный любитель этого творчества сможет по достоинству оценить все прелести этой игры и стать настоящим КВНщиком. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».